Реализация дынь и арбузов вдоль автодорог или из необорудованных торговых мест строго запрещена. Здесь продукция не проходит необходимую санитарную экспертизу. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Покупать плодово-овощную продукцию рекомендуется только в специализированных точках. Самое первое – это необходимо покупать любые плодово-овощные продукты, в том числе и бахчевые, только в организованных, вернее, согласованных торговых местах – магазины, рынки, павильоны и так далее. Почему? Потому что в данных магазинах осуществляется контроль за качеством и безопасностью данной продукции. В наличии у продавца должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур. При покупке продукции обращайте внимание на санитарно-техническое и гигиеническое состояние торговой точки. Покупая овощи и фрукты, необходимо обращать внимание не только на внешний вид, но и на наличие ценников на упаковке, либо на листах-вкладышах. Окрас любых плодов, которые вы покупаете, должен соответствовать тому виду, который вы берете. Не должны продаваться в магазинах продукты, которые имеют гниль, испорченную кожуру и так далее. Роспотребнадзор обращает внимание, хороший и зрелый арбуз имеет целостный покров. Цвет корки яркий и контрастный. Яркое желтое пятно на боку. Усик и плодоножка у зрелого арбуза должны быть сухие. Перед тем, как разрезать плоды, следует тщательно вымыть их под проточной водой или при помощи щетки. Категорически нельзя разрезать бахчевую продукцию. Разрезать, делать квадратик, показывать, красный он либо не красный. Категорически нельзя разрезать и продавать бахчевую продукцию на части. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой. Если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по ней, звук должен быть глухим. А еще от плода обязательно должен исходить аромат. Наталья не знает, как правильно выбрать арбуз, но нашла свой способ, как выбрать самую сладкую дыню. Я их нащупываю. Если она вот мягкая, как бы, то я считаю, что она уже как бы созрела, поспела. Сколько раз брала, я как бы не ошибалась. Так что у меня вот такой способ. Как вы считаете, в каком месяце лучше покупать арбузы, дыни? Ну, как обычно говорят, в сентябре, ну или в конце августа. Но у нас же как бывает, погода разная, бывает как бы больше солнца, когда мы не ждем его. И поэтому я считаю, что конец июля, август, сентябрь уже можно кушать. При возникновении вопросов к качеству плодово-овощной продукции потребитель вправе обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора. Получить консультацию можно по телефону горячей линии 8 800 700 0309 или 3 43 31 в Ленинске-Кузнецком. Анна Кириллова, Павел Желтиков, РИА Ленинск.